А, Влад, ты меня что-то спрашивал по поводу микро. По поводу чего? Микро. А, как настроить, типа, микрофон? Этот, там, VSOT плагин. Короче, чтобы шумоподавление было. Вообще, может, конденс. Сколько сантиметров держишь? Ну, прям рядом. Вон внизу, вот. Я бы тебе советовал купить. Близко прям. У меня... микрофон на него. А он прям передо мной. Говорит прям в него. А я и так прям в него говорю. Да. Вот сейчас. Какое-то усложнение. Допустим, мы не будем никого стрелять, пока Влад не умрет. Ты так хочешь? Я хочу, чтобы Влад научился играть, они мы ходили и убивали. Давайте ну да, кстати, я могу и опыта сейчас наберу. Будет, если Влад он не будет убивать, то мы перестанем убивать, давайте. Чего? Ну очень интересно. Я затарю себе 5 сотов хилок и буду ходить за Владом. Да не, ну играть нормально, короче, вам смотри, тоже опыт нужен. Мы будем убивать, если мы сделаем 2 килла, а он до сих пор не сделал киллов, даже один, то мы перестаем убивать. Когда он сделает килл хотя бы один, то мы начинаем убивать. Потом так, все так. И какая разница? Мы можем убить просто стоящий чел. Ну мы можем вообще, давайте просто всю катку не будем убивать, можно же так. Ну я сейчас убью на месте. Если тебя буду стрелять. Влад, смотри. Чего ты? Это будущее, Влад. Тихо. Ты до сих пор со своими ножками бегаешь. Как? Да, я двоих убил, мне достаточно. Больше моей рукой крови пролито не будет. Нет, я буду стрелять только со снайпа. Что, у меня жопа, меня убили. Как тут можно умереть? Да их было двое, их двое. У меня было двое. Да, я скажу, короче, я стрелял ей в голову, она присела. Потом и меня убили. Ты не смог ниже прицел провести, правильно? А потом там пришла другая девка и начала меня тоже бить. Я не выдержал. Я буду драться только гранатами. Сколько гениальных идей приходит. Я пойду бомбить. У меня два граника и я вел дар. Покажите мне любого просто. Так, один килл есть? Угу. Слушайте. Че? Я. Ах ты. Я хотел бы их. Я думал там еще просто. Большой, Влад. Я был окружен. Я пессимист, я пойду прятаться в конце карты. А, нет, я буду за Владом просто так ездить. Ради прикола. Я думал, я окружен на самом деле. Слышишь, вон сверху дрон, видишь, летает? Мне говоришь? Меня будут возрождать. А я не дал, у меня нечем стрелять. Да с дробовика по боку. С них лут очень хороший падает. Ладно. Я просто не достаю с дробаша точно. А, во. У тебя ранец да. Есть, можешь залететь вот, просто вот, туда. Вот. Надо мной летает. А. Смотри, с него скарлый. Вот у тебя есть скоро, он сядет у тебя. Да сядет. Я знаю. Да еще половину даже не. Нет, он может просто начать да говорить. Говорить? Нет. Я говорю в смысле, что он начнет пищать, а потом резко отрубится, и ты не сможешь его подрубить. Серьезно. Нет совета на нем долго. Хорошо. Я советую. Могу я тебя скинуть, могу сбросить на раздание. Так, какой-то опыт. Помощь от рыбы. Блин, у меня пес! Вот сейчас не понял. А чё, они дамажатся, тиммейты? Да, чё-то не получается. Почему на меня все идут? Почему?
Зато машине наносит КП. У машины где-то там 800. Так, теперь у меня самый важный вопрос. Дайте мне барю, дайте мне барю! Ты нужна? Ты забрал мне мою барю? Нет, ты не забрал мою барю! Благодарю. Он тебе говорит, бери, да. Спасибо большое. Да ты не взрываешься. Так, я в зоне. Зато машине наносит, зато машине наносит. А, это... У кого-то есть патроны на снайперку? Ракетницу есть, на ракетницу есть. У меня есть 6 патронов. Благодарю. Верни мне патроны на снайперку. Ты. Так. Уф. Повезло. Ты патроны на снайперку верни мне мои. У меня нету никаких патронов, я не понимаю, о чем ты. Я не говорю по-европейски. Ты про вот эти? Я скинул их. Кто-то их забрал. Я сейчас посмотрю, может, не скинул. Нет, я их скинул. Тут разлом был, Влад. Вот тут, смотри на карту. Вот тут всегда разлом есть. Бесконечно. Его можно использовать сколько угодно. Подвале? В подвале нет. Нет, спасибо. Нет, вот, вот. Подвале. За пышными пальмами. На мне тип, на мне тип. А я бегу к тебе, но у меня нет патронов, сразу говорю. Да не надо, я забрал. А ты убил? Меня стреляют. А у меня один написан. Да оставляйте. Я скроюсь, не буду, я буду вам десайпать. Может, варенье буду снимать. Давайте как тебе строительство. Думаю, чтобы тебе тоже не скучно было. Все, с этого момента мы попробуем катку без строительства. Да ты и так. Ты уже попробовал, блин. Сдох. Ты, по-моему, уже пробовал. Ладно, они там. И ты че? Вам кот нужен? Курс, да, да, да. Еще да. Один. Блин, далеко, возьми с собой. Если найдете шанс. Я нашел! Я нашел! Далеко. Самокат! Где же самокат? О. А, это вертолет. Так это вертолет. У вас вертолет. Самокат, вертолет. Стой, куда ты убегаешь? Ты забыл, я тебя должен скинуть. А сейчас? Да ладно. Ну давай, ты не выкидывай так. Стреляет кто-то. Тут стрелок просто. Помощь от фиска. Ай-яй-яй, на мне схват они! Я умираю. Ну и бот. Пойдем. Сейчас. Секунду. Дал 21. Зачем торопиться? Куда торопиться? Он сдох. Я куст выбросил. Почему? Я пойду. Все, взял. Хорошо, пал. Давай. Доброй ночи. Я просто набираю, чтобы потом застроиться. Кто-то ливнул или пришел в дискорд. Артем, давай помогай. Там шел, у меня три заряда. Забрали, неплохо. Найс. Есть патроны? А, все, увидел, спасибо. Сейчас, подожди, аккуратно. Сейчас еще могу добиться. О, на ракетницу. Thank you. Мне как раз очень нужны были патроны на ракетницу, даже гранату. Ай, ну, возьми, вон еще. У вас есть дробаш какой-нибудь? У меня только помпа серая. Только не помповый. Блин, а у меня не тоже помпа серая. Чего вам помпа не нравится? А я просто с тактиком. Помпа. А там стоит помпа? Ну как, я попробую. Прикол, я просто не могу ее концентрировать. Она типа узко бьет.
Это мне непривычно еще. А, блин, вы не за... Подожди, подожди, Влад, Влад, Влад. Чё? Чё ты? Куст? Куст. Куст. На, пожри куста. Угу. Да. Чё тут выпало? Ну, я вот думала, авик, что тут вообще имеется? Ну, авик мне только надо. Кстати, рыба ушла куда-то. Да, он же сказал спать. А? Спать сказал. Он сказал пока. Ну да. У меня авик. Выбрось. Нет. Я хорошо играю с помпо, помпы. Ты на самолете? Кому как? На нас тип. Небо, так посмотри. Два. Вижу. Два типа. Чуть-чуть попал в челов. Внимание, они приземляются, они приземляются. Стой. У меня... Да и хватит столько инфы, подожди. Блин, они пушат нас. А у меня ракетница, Подожди. Сейчас будут разворачиваться, я им как гранаточкой их бью. Стой. Подожди. Да сейчас... Мне надо зарядиться. Ну, Артём, блин. Но я их взорвал. Ты со своей водой, блять. Не говорю, челы. Чагу. Осталось 20 челов. Ты без нас не сможешь. Чагу запей. Блять, ёбаное дерево. Я дрисал. А, реально успеешь. Офигеть. Ты успеешь. Или должен. Там чага. Чагу бы запил, не? Да потом вернусь. Здесь тут нет никого. Не надо надеяться на плохое. Только на плохое надо надеяться. Не надо надеяться на плохое, только на плохое. Понял. Сити. С бустером встретиться. Короче, бустер мне дал 3 миллиарда баксов. Короче, жизнь не дала в 11 лет. Что там? Есть что-то норм? Ну, бария там, вот это все. Ну да, я взял, что по мне как норм. Но только у меня патронов ноль. Ну, я дробаш нашел. Но только я его скинул. У меня только есть скорострельный. Аня. Я прилетел.
Блин, все село. Я в зону лечу. Я типа. Блин. Там типа впереди вот еще. Я тебе поддерживаюсь. Я пытаюсь к тебе прилететь. Ой, я могу позже. Пушей. Ща бегу к тебе. Но. А у меня только скорострельный, сразу говорю. Блин! У меня перезарядка не вовремя. А я улетел. Ну я скоро вернусь. Их, короче, там трое. Не надо идти. Возрожди, просто похилься. Ладно, я тоже скоро приду. А, блин! Я хотел сказать, я там, короче, одной из 3 хп отнес. Всё. Блять, не запуш. Слина. Просто кослина. Я. Боже. Третья. Я не смог его убить. Какой же я кринжер. Я пришел?